Опаснейший наемный убийца. Так, с РПГ-переборчик вышел. Литературный герой. Аккуратнее, а не то у твоего альтер-эго жизнь будет покруче твоей. Мой альтер-эго несется на вертолете навстречу смерти. Тихо, зови меня призрак. Простите, мистер Лоренфолл. Хочу издать вашу книгу. Она такая правдоподобная. Мемуары? Реальные воспоминания международного убийцы? Ты обещала ни слова не менять. Я не меняла, а добавила. Меня будут считать убийцей. Может, будут, а может и нет. Скажи, ты ведь на самом деле не убийца? Я бы сказал. Но придется тебе глотку перерезать и смотреть, как ты булькаешь. Я не хотел... Фильм от Netflix. Ты убьешь президента. Ребят, вы не того взяли. Шевели булками. Этой осенью. Убийца не стал бы писать книгу об убийце. Это же тупо. Я тебя вытащу. Или это не тупо, а гениально. Вполне возможно, что он настоящий, думаешь? Нет, ты его видел? Я думал, ты будешь немного того. Выше. Ты не призрак. А может, таки призрак? Ты чё? Стань героем, каким всегда мечтал быть. Мы отступаем. Задание отменили. Никто ничего не отменял. Призрак не сдается. Кевин Джеймс. Кто ж лезет с ножом против пушки? Ты полез с ножом против пушки! Реальные воспоминания международного убийцы. Спасибо. Тихо. Зови меня призрак. Я тебе палец сломаю, если еще раз не цыкнешь. Ну больно же, елки! 11 ноября.